Участковый был тихий и пьяный, 40 или более лет. В управлении слыл он смутьяном, не давали ему пистолет. За дурные привычки и замашки двор его поголовно любил. Он ходил без ментовской фуражки, в кедах на босую ногу ходил. А еще был похож на поэта, то ли Пушкина, то ли кого. Со шпаною сидел до рассвета, что еще я о нем? Ничего мне не вспомнить о нем, если честно, а зажмурюсь и вспомнится вдруг. Только тусклая возле подъезда лампочка с мотыльками вокруг. Ну, функционер романтик.